Hello. Hi. My name is Stan. My name is Sergey. Welcome to Easy English. Let's start with the new words. There is a party in my house. Там есть единственное число. В моем доме есть вечеринка. There are many people in my house. Там есть множественное число. В моем доме есть много людей. There was a disco in my house. Там был единственное число. В моем доме была дискотека. There were many people in my house. Там были множественное число. В моем доме были много людей. A ball, либо мяч. A palace. I like this palace. Дворец. Мне нравится. Я люблю этот дворец. Tonight. I come tonight. Сегодня вечером. Я приду сегодня вечером. Ready. I am ready. Готов. Я готов. Very. Очень. Sad. She is very sad. Печальный, печальная. Ей очень грустно. Она очень печальная. To allow. She is allowed to go to. She is not allowed to go to. Позволять. Ей позволено пойти в. Ей не позволено пойти в. Или на бал. Не позволено пойти на бал. Suddenly, a fairy comes to the house. Вдруг, неожиданно, вдруг она приходит в дом. A fairy. Фея, волшебница. A godmother. Крестная мать. Крестная. Came. Приходить. Приезжать. House. This is my house. Дом. Это мой дом. To worry. Do not worry. Don't worry. Беспокоиться. Не беспокойся. Said. Говорить, сказать. To wave. She waves.
махать. Она машет. Она взмахивает. Magic. A magic day. Волшебный. Волшебный день. Теперь давайте выучим слова с русского на английский. Now let's learn the words from Russian into English. Там есть единственное число. В моем доме есть вечеринка. There is a party in my house. Там есть множественное число. В моем доме есть много людей. There are many people in my house. Там был единственное число. В моем доме была дискотека. There was a disco in my house. Там были множественное число. В моем доме было много людей. There were many people in my house. Ball, мяч. A ball. Дворец. Мне нравится. Я люблю этот дворец. A palace. I like this palace. Сегодня вечером. Я приду сегодня вечером. Tonight. I come tonight. Готов. Я готов. Ready. I am ready. I am ready. Очень. Very. Печальный, либо печальная. Ей очень грустно. Она очень печальная. Sad. She is very sad. She is very sad. Позволять. Ей позволено пойти в кино. Ей не позволено пойти в театр. To allow. She is allowed to go to. She is not allowed to go to. Вдруг, неожиданно. Вдруг она приходит в дом. Suddenly a fairy comes to the house. Фея, волшебница. A fairy. Крестная. Крестная мать. A godmother. A godmother. Приходить. Приезжать. Come. Came. Come. Дом. Это мой дом. Это есть мой дом. A house. This is my house. Беспокоиться. Не беспокойся. To worry. Do not worry. Don't worry. Говорить. Сказать.
Say, said, said. Махать. Она машет. Она взмахивает. To wave. She waves. Волшебный. Волшебный день. Magic. A magic day. Let's start with reading a book. Cinderella 3. Let's read and repeat a small part of a text from the book. Золушка, третья часть. Читаем-повторяем отрывок текста из книги. There is a ball at the prince's palace tonight. And Cinderella's sisters are ready to go to it. Сегодня вечером бал в принцесском дворце, и Золушкины сестры готовы пойти на него. Cinderella is very sad. She is not allowed to go to the ball. Золушка является очень печальной. Ей не разрешено пойти на бал. Suddenly, a fairy godmother comes to the house. Do not worry, Cinderella, she says. Неожиданно волшебная крестная мать, фея, заходит в дом. Не волнуйся, Золушка, она говорит. She waves her magic wand. Она взмахивает своей волшебной палочкой. Let's start with grammar. Grammar 3. Грамматика 3. Interrogative sentence. Вопросительное предложение. The verb to want. Глагола хотеть. Present simple. Do, does. В настоящее время вспомогательные глаголы do, does. I want any coffee. Do. Do I want any coffee? Я хочу кофе. He want any tea. Does. Does he want any tea? Он хочет чай. She want a car. Does. Does she want a car? Она хочет авто. It want any water. Does. Does it want any water? Оно хочет воду. Например, животное. Оно хочет воду. We want any soup. Do. Do we want any soup? Мы хотим суп. Какой-нибудь суп. You want a phone. Do. Do you want a phone? Вы или ты хотите телефон?
They want any biscuits? Do they want any biscuits? Они хотят печеньки. The verb to want. Глагол хотеть. Translate. Упражнение переводим с русского на английский. Я хочу кофе. Do I want any coffee? Any какой-нибудь. Он хочет чай. Does he want any tea? Она хочет авто. Does she want a car? Оно хочет воду. Does it want any water? Мы хотим суп. Do we want any soup? Ты хотите телефон? Do you want a phone? Они хотят печеньки? Do they want any biscuits? Okay, that's all. See you later. Bye. Bye.